Всем привет, дорогие друзья! Вышла новая обнова в игре Gorobox на Android. Перед вами версия 12.2.2 бета. В общем, ссылочка для скачивания будет в описании. Если обнова еще не появилась у вас, то вы должны присоединиться к бета-тестированию. Как это делать, я уже объяснял, поэтому еще раз вам покажу. Находим игру, страницу, да, игры. Вниз листаем, тут написано типа «Присоединиться к бета-тестированию». Нажимаешь, появляется надпись типа «Ожидайте в течение 5 минут». Потом будет надпись типа «Поздравляем, вы стали бета-тестировщиком». Но также разработчик в Дискорде написал, что именно сегодня состоится релиз уже этой обновы, а сейчас бета как бы. Теперь разбираемся, что разработчик сюда добавил. Как мы с вами всегда любим делать, по порядочку смотрим на все. Так, графика, здесь ничего нового, а есть скин-редактор. Да, можно изменить стиль своего персонажа, давно хотел это сделать. Так, волосы черные, хорошо, стиль прически, ну такой, знаете, короткий, хорошо. Так, дальше, нет, беленький у меня будешь, так, глаза кари, отлично. Так, ага, нормально, посмотрите, красавчик, да? Сохраняем назад, нажимаем play, выбираем карту, любую, допустим, Water Plains. Где нету лишних зданий, просто одна поверхность, да, где ты можешь делать все, что ты захочешь. На других картах тоже можно, просто там здание мешает, а тут ничего тебе не мешает. На что я сразу обращаю внимание, это на то, что в левом нижнем углу появилась схема нашего персонажа. Теперь, когда нас будут бить, мы с вами будем видеть, куда нас бьют. Кнопочка чата, намек чисто на мультиплеер, по сути это было добавлено в предыдущей версии. Теперь пропы. Так, вроде здесь ничего нового нету, да? Тут что? Получается, разработчик добавил новые диски для граммофона. Я их включать не буду, просто вам говорю. Если вы играете в эту игру с музыкой, что есть в этих граммофонах, то знаете, вот новые диски добавили. Здесь у нас шприцы, ребята, адреналин, антидота, кровь, Mesh Electronics, какой-то морфин, пайсона, палетальсюнг хорида, пропофол, гастродин, как будто в аптеку зашел, да? Не, ну серьезно. Получается, теперь можно это все восстанавливать. Конечности там вот этим бандажем, как разработчик написал, или же там вот восстанавливать его сразу, типа бессмертным, ну и тому подобное. Тут ничего нового. Оружие. Разработчик, по сути, показывал в Дискорде, что он сделал крутую анимацию на М16. Вот, посмотрите. Но сейчас в этой версии, к сожалению, нету этой анимации. Возможно, дорабатывают. Но вы только посмотрите на эту анимацию АК-47. Я предыдущую обнову снимал уже об этом, когда разработчик добавлял эти анимации, только я снимал без голоса. Сейчас говорю, что это реально очень круто. Да всем понравилось это. Ну, как бы тут больше нету ничего. Настройки, ага. Ничего, а вот экспериментальные здесь разработчик кое-что добавил. Вот смотрите, самая первая надпись это типа погодные условия. Внизу дождь и какой-то, ну, буря что ли. Но пока что это все у нас закрыто. Интересно будет посмотреть на дождь и на бурю в этой игре. Время суток, environment, calculating budget, не знаю. А время, set time, это мы с вами используем, рандомные миссии. И также вот разработчик добавил какие-то свои, ну, настройку миссии. Что-то я не разобрался с этим. Alpha и Strange, что-то я могу ее дергать, да, этот ползунок. Default, Enemy, Strange. Короче, ребят, апокалипсис какой-то. Stars, Weapons. Короче, ребята, разбираться нужно с этими настройками. Я еще нормально не разобрался. Так, спавним... забыл показать вам персонаж. Новый NPC, это ковбой Фрог, лягушка ковбой, не... Опа! Стой! Видали, у нас также появилась новая анимация смерти. Офигенно это выглядит, очень реалистично. Я хочу еще раз на это посмотреть. Давай, беги. Также обращаем внимание на схему, которая находится в нижнем углу. Так, давай раз на раз выйдем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Убивай, все. Не, это прикольно.
Ставим бессмертие. Так, бессмертие ставим. Теперь ты меня точно не убьешь. Так, вообще бы тебя бы удалить бы нафиг, чтобы ты не мешал. Не мешал нам дальше разбивать. О, все. Нормально, спавним человечков. Сейчас будет, ребята, мясо. Так, спавним сюда. Также проверим сейчас эти укольчики различные. Так, АК-47, конечно, что еще? И спокойно, не торопясь, сперва бум. Хорошо, и продолжаем стрелять. Вроде как даже изменена физика повреждений у наших NPC. Что-то изменилось, но я что-то пока что... А, во! Видали? Смотрите. Нифига себе. Ну-ка, а если долго по голове стрелять? Она сейчас должна разлететься, если я не ошибаюсь. Во, видали? Ничего себе, это, конечно, жестко. Я думаю, что даже сейчас не стоит использовать различные шприцы, потому что, ну, он мертвый, ребята. Он просто мертвый, ему ничего там не поможет, никакой шприц, да? Поэтому один выстрел сюда, один сюда. Все, пока что хватит. Теперь переключаемся сюда вот, ищем эти шприцики. Так, адреналин. Давайте возьмем адреналин, посмотрим, что это за адреналин. Так. Все, поставили, да? Установили. Двигаемся дальше. Так, антидот. Все, поставили. А, нет, не поставили. А куда тебе ставить надо? Давай. Ё-моё, маленькая точка. Во, все, поставили антидот. Будем сейчас все ставить. Кровь, интересно. О, я уже поставил, походу, ему, да? Еще поставил. Нифига себе, что так можешь, что ли, сразу ставить, да? Или она не ставится? А давайте проверим. А, да, ставится, можно и так и делать. Нормально. Так, Mesh Electronics, не знаю, ребята, что это, но укольчики ставятся, он там что-то говорит, морфин, понятно, тоже устанавливаем, вроде все поставились они, без проблем. Пайсон, это что-то, ой-ой-ой-ой, все плохо стало, но ты должен, по сути, встать, я тебе такие антидоты там воткнул, давай, братишка, вставай. А хлорид какой-то, вот, на тебе, хлорид, на, еще. Так, очень много еды. А куда я зашел? А, все нормально. Пропофол. Так, и гастролин. Короче, ребята, всякую херню мы ему навтыкали. Да, интересно. Интересно. Так, знаете, еще даже на все 100% мы с вами с этой обновой даже не разобрались. Поэтому скачиваем по ссылочке в описании. Более подробно разбирайтесь и в комментариях поправляйте меня. Типа КВМ. Это точно для этого. А вот так вот ты неправильно сделал. А знаешь, как еще можно сделать? А вот нам, там есть пасхалочка. Ты ее забыл показать? Но вы знаете, все как в своем роде сделайте. Мне это очень сильно помогает. Ну и как бы нравится, что вы такие, ну прям умные у меня. Так, посмотрим на нашего персонажа. Все отлично, я просто красавчик, и думаю, что на этой картине можно завершать обзор. Ну нет, не на этой, в принципе, можно, да? А сейчас мы с вами заспавним этих, скажите мне, агрессивных, вот этих офицеров всяких, пусть они меня убивают, в меня стреляют, я хочу посмотреть, как это все будет происходить. Отключаем бессмертие, ну что, братцы, давайте, стреляйте. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.